варианты. Я могу лежать и смотреть, а могу разлогиниться. Мне кажется, лежать и смотреть. Я сейчас прибегу. Я довольно близко, метрах в 50-100 от него. Разлогиниться будет самая ебанутая тема. То есть у меня столько патронов. Вообще, у меня Вижу. Кого? Со школьным ранцем чувака вижу. Я не знаю, с чем он был. И красная одежда. Черная шапка. По-моему, чем-то черным, а оружие. Куда он пошел? Я понимал. Я стреляю, потому что... Да пошел ты нахер, блин. Он, по-моему, Юру косит у меня в узле. Че ты из М-16 стреляешь? Точно косит. М-16 делаешься. Юра, у меня какого-то хера глюк. Тоже так же, как у меня. О, по мне стреляет. Ух ты, сучка. Я вообще в это в травму попадал только. Так, один труп есть. В смысле, убил? Да. Где убил? Рядом с фиолетовым трупом. Ко мне еще эти приходят. Да, зомби? Зомби два пришли. Вверх? Нет, по бокам. Может, скинешь с себя все? И что? И это, полутаешь того чувака, с того, что тоже все скинешь с него. На себя перетащишь? Юра, а если меня убьют? Как тебе объяснить, где мой лут лежит? Скинь там, где мой, понять не сможешь объяснить. Ну, давай я около дома кину, где попить, сзади него. Сзади него, давай. Давай, бегу туда. С оружием вместе. Да-да-да, полностью я голову буду бегать. Там кусты позади дома. Ладно. Я не понимаю, куда я бегу. Я какой-то населенный пункт вижу. Вроде это было Камышово. И беги, да, можно фиолетовым, в принципе. А возле него может быть моя М4 если лежит. Прям перед ним. Один уже исчез. Фиолетовый? Да. Это вот говно, блин, задолбал. Так зачем? Я в Камышово. Убейся, что ли? Зачем Камышово? Бегу. Ты долго бежать? Капец, ну реально, я в общем это... У меня почему-то в травму попадали все. Ага, вижу твой труп тоже. Ой, труп залутый тогда. В зеленой каске, да? Мы быстрее исчезнем. Тоже залутый полностью, тоже отнеси. Да, в кустах сбрасываю, за домом, где это. Ага. Я бегу, бегу. А потом того залутаешь. Со школьным я забрал. Нет, со школьным я его забрал уже. Отвез. А, ты со школьным забрал? Да, да. Его оружие было? СКСК. Что-то мне надо это, Юра, погуглить. Что? Я не понял. Может, ты меня отлутаешь, а потом гуглить будешь? Ну да, я это все сделал, конечно. Ну, ты заныкаешься и потом будешь гуглить. Это в траву у тебя попадало, потому что перед тобой трава. Надо было ее своим телом вытащить. Нет, я пристал на колено, потом вообще встал. Все равно добимо. Да, и потом мне пришлось переключиться, в полный рост стрелять, и я более-менее начал попадать. Куда попал переключиться? В полный рост на М-16 переключиться. Так, может мне в дом забуриться? Куда-нибудь спрячься, потому что тот, кого я первого убил, наверняка туда бежит. Ну да, я тоже думал.
буду палить теперь свои кусты. Так, у тебя оружие-то что? В принципе, у тебя оба... А, нет. Оп. У меня только снайпер. У тебя только снайперка. 16 валяется где-то перед тем фиолетовым трупом. Но ты... О, вижу контакт. Капец, блин. У меня патронов мало, прям 16. Ой, снайперки. Лучше перезарядись. Где контакт? Контакт где? Где контакт? Юра, блин, заткнись. Отлично, все рубит. Попал? Ох, по мне топором мочит, сука. Отлично. Я блидинг, и за мной бежит чувак. Отлично. Просто охуенчик. Ломись, че? Оружие не можешь, что ли, убрать? Все, unconscious, блядь. Ты че, шутишь, что ли? Нет, unconscious, у меня топором с этим. С топором? Да. Давай этот респаун сделаем.